Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Что-то давно я не делала салат с крабовыми палочками. Уж очень захотелось. И как раз поделюсь с вами своим рецептом. Крабовые палочки всегда выбираю с большим содержанием рыбного мяса. Они гораздо вкуснее. Нарезаю средним кубиком, чтобы в салате вкус был более насыщенным. Очень люблю свежие огурчики, тем более, что к этому салату они очень хорошо подходят. Нарезаю мелким кубиком и добавляю к крабовым палочкам. Моя маленькая Фрося тоже очень любит свежие огурчики, но лакомство надо заслужить. Фрося дает лапу и получает свою любимую вкусняшку. Ну какой салат без яиц? Мелко нарезаю и добавляю в салат. Очень хорошо вкус салата дополняет плавленый сырочек, поэтому всегда добавляю небольшой кусочек. И, конечно же, свежая ароматная зелень, но как без нее? Нарезаю укроп с петрушкой и добавляю в салат. Еще добавляю немного кукурузы и заправляю салат майонезом. Конечно же, черный молотый перец и соль. Все хорошо перемешиваю. Как же это вкусно! Устоять невозможно. Очень хочется кушать. Друзья, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и лайки. Прошу к столу и приятного вам аппетита!